Я у Николая спрашиваю, ну вот ты, как ты боролся? Он говорит, брал косу, шел косить, каждое утро занимался этой физическими нагрузками и очень быстро восстановился. Это то, о чем я сказал в самом начале, когда я пошутил, трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего бы было убирать, тем более год хороший. А во-вторых, надо было на воздухе работать. Ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах.